Водопад, женские слезы или девичьи слезы. Сейчас я поближе подойду. Вот здесь все завязывают вот такие ленточки, загадывают желания. Здесь можно умываться вот этой водой. И действительно, здесь этот водопад похож на женские слезы. И я также сейчас буду умываться и загадывать желание. Водопад «Мужские слезы», друзья. Возвращаемся с озера Рица. Посмотрите, какой он высокий. Горы. Это просто рай, наслаждение. Ух ты! А летом его нету, да? Ух! Вот, посмотрите. Ой! Брызги летят сюда. Вот.